Этот автолюбитель припарковался почти на 10 тысяч тенге. Свое авто мужчина поставил под дорожный знак, запрещающий парковку в ночное время суток. Штраф за такое правонарушение составляет 5 месячных расчетных показателей или 9 910 тенге. В объектив видеокамеры этот мужчина попытался не попадать. Автолюбитель также припарковал свою машину в неположенном месте. Однако в существовании запрещающего знака он до последнего не верил. Даже лично решил проверить. Уже после протокол подписал. По словам полицейских, за смену им приходится выписывать десятки таких штрафов. Сегодняшний рейд связан с тем, что игнорируют дорожные знаки, которые выставлены в центральной части города, которые препятствуют для снегоуборочных работ. Найти хозяина этого автомобиля полицейским не удалось. Дорогая иномарка в прямом смысле слова стала на пути снегоуборочной техники. По указанным в базе телефона номерам никто не отвечал. Тем временем коммунальщикам пришлось объезжать автомобиль. По словам специалистов городского акимата, подобные ситуации повторяются изо дня в день. Несмотря на солидные штрафы, автолюбители продолжают оставлять свои авто где им угодно. Несмотря на установленные временно ограничивающие знаки, некоторые владельцы транспортных средств их проигнорировали. Нами установлены знаки это на 5 участках города, это Алтынсарина, участках Тарана, Аль-Фараби, по улицам Тарана, с четной и нечетной стороны, от улицы Алтынсарина до Дулатова и по улице Пушкина. Как показывает практика, по словам Чингиза Исмагамбетова, многие водители даже не знают о существовании дорожных знаков, запрещающих парковку в ночное время суток, в то время как такие знаки в областном центре появились еще несколько месяцев назад. Их установили специально на зимний период времени. Городские власти еще раз просят горожан внимательнее выбирать место, где они собираются оставить свой автомобиль, так как в противном случае парковка может обернуться солидным штрафом. Боржан Гражанов, Андрей Деминок, РТН.